А ты дыру потом вырежешь, да? Ну да. А, просто бензухой, да? Бензухой, так. А потом щиток собрать. И все, и будет у нас тут люк, и тут люк, да? Тут может тольник какой-нибудь закрыть. Слушай, а что, так здесь ходить можно? Оно он получается, ну, да, как подиум. Может тольник закрыть. А зачем вот тольник? А, чтобы... вообще гнилые, смотри, они. Может их пропитать чем-нибудь и тольник закрыть. Ну, может быть. Чтобы хоть подольше послужить. И что, под... а ходить по толи просто, да? Да, да. А, ну он же продлится до конца там, да? Да. Какая площадочка. Да классная площадочка вышла. Такой сразу основательный. Да тут просто даже, знаешь, вот сделать вот такой, ну, настил как-то его там, может, обработать, шкурануть, я не знаю, просто. И все, и он сам по себе прикольный. Типа воткнулся. Ну да. И террасу закроем. Кстати, можно этой же доской пока террасу позакрывать. Потом сверху постелим. Ну, на... не так много. Ты думаешь, что много? А, ну я не знаю. Я не так много. А там у нас? Там есть, но там вообще она там тонкие, плохие все в основном. Не, ну можно, конечно, повыбирать. Но там... Ну или купить тогда, это, закрыть, ну, чтобы уже закрыть эту историю. Ну хотя нам еще доступ туда понадобится. Ну, знаешь, что продумать? Какие-то, чтобы тоже поднимались. Не наглухо прикрученные, а раз так. Ну или откручивать просто. Ну или откручивать просто. Ну нам-то тут еще работа предстоит, нам же там надо будет. Там еще будет это все террасу, да? Ну да, да. Не, ну в этом месте нам работа предстоит, потому что нам же надо там еще подключить дополнительно еще историю. Серегинское дерево. Прям будет в четком месте стоять. Такой у нас газгольдер септик. Вероятно, отсюда когда-нибудь пойдет газ. Газ. Зашибенная конструкция. И тут у нас все технические моменты. А там вторая будет дыра, да? А тут третья. Ну тут может маленькую сделать. Ну как маленькую можно было забрать. Большая какая-то получилась. Да не, хорошо, она нормальная, в нее же залезть можно там. Если что-то надо. Думал поменьше сделать. Поменьше три нужно, если поместишь. Ну да. Саша на елочках хорошо сыграла, видишь, да? Вот такой, блин, помост зафигачил Паша с Денисом. Паша один херачил. А, Паша один херачил. Класс. И по нему можно ходить. А люк что, как? Ну, потом на петлю поставим. Ну, в смысле, он не проваливается, да? Там какие-то петли, они не нужны, он взял, что вырвали. А, ну да. Ну да. На культуре, там, каким-то там терраской. Вот ну все, да, может быть. А это я прочность контакт. Здесь даже в углу можно сшибать. Ну круто. Круто. Может, а, слушай, и запах куда-то делся, да? Нет, все равно чуть-чуть. Есть, да? Нет, ну, это земля провалилась. Ну, конечно, вот это вот машня была. Слушай, ну классно. Охрененно. Вот видишь, как потеряешь, бывало, телефон, а купишь, надо покупать раза в два лучше. Ну, чтобы не обидно было. Так и здесь.